В интернете обсуждают тему о сотрудничестве Александры Трусовой с американским тренером Рафаэлем Арутюняном. Арутюнян как бы не отрицает, что сотрудничество возможно, и на словах это уже обговорили, но не на бумаге. Рафаэль отметил, что в Америке его приучили подписывать все договоренности только на бумаге. Вот у меня лично такое впечатление складывается, что Евгений Плющенко решил, или точнее планирует, чтобы настоящий тренер в лице Арутюняна сотворил из Александры Трусовой, внимание, клона Чена. А сам Евгений Плющенко будет в это время в кике улыбаться и ставить пальчики вверх, как в «Доме 2». Его научила это делать Ольга Бузова, кстати, подруга Рудковской. И при этом говорить, как он смог уделать лучшую школу Тутберидзе. Интересно, а хватит ли финансов, чтобы этот проект реализовать с участием Рафаэля? На самом деле, очень интересно, если Рафаэль будет тренировать Трусову, неужели он захочет делить победу и заслуги свои с Плющенко? Но моя ставка следующая. Я думаю, что Арутюнян станет единственным и единоличным тренером у Александры. А ваши предположения напишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. Но ясно здесь одно, что в этом трио Рафаэль, Трусова, Плющенко, что третье точно будет лишней. Рафаэль ведь до мозга костей американец, а значит, у него просто культ денег. Каждое слово для Евгения Плющенко будет просто золотое. Это моя позиция. Вот очень хотелось бы порадоваться за Александру. Ведь было бы реально здорово наблюдать, как гениальная спортсменка с большим талантом прыгать сложные прыжки сработается с гениальным тренером просто мирового масштаба. Ведь все ждут результат, чистый прокат и интересную, наполненную эмоциями программу, а не разбег-прыжок.